В эфире «Азбука молитвы». Здравствуйте. Молитва, все мы знаем, это разговор с Господом, разговор с Богом. Но иногда молитва становится орудием для попытки манипуляции. Это тот случай, когда мы пытаемся Бога поставить в какие-то рамки, мы осознаем, что это манипуляция, но тем не менее иногда пытаемся Бога шантажировать, ставить ему условия, просить его о чем-то, ожидать этого и так далее. У нас, у людей, бывает очень много разных способов манипуляции. Бог обязательно должен ответить. Он же любящий, он же хочет, чтобы я был здоров, он же знает, что мне именно так было бы хорошо. И правильно это или нет, об этом сегодня поговорим с исследователем Священного Писания Виктором Ивановичем Корчук. Здравствуйте, Виктор Иванович. Приветствую, Роман Анатольевич. Рад вместе послужить друзьям нашим. Их приветствуем сердечно. Виктор Иванович, доводилось ли вам когда-нибудь испытывать вот так, какого-то рода манипуляцию в пасторском служении, когда кто-то говорил: «Как? Ну вы же пастор». Было такое? Конечно. Бывает, люди так интересно в свою пользу Библию поворачивают, читают, чтобы оправдать какую-то слабость, какую-то ошибку. И через Библию они пытаются оказать воздействие на пастора, чтобы с ними согласиться. Вот. Ну, как правило, эти люди боятся в молитве произнести очень важную фразу: «Господи, да будет воля Твоя». Они остаются заложниками собственной воли и еще пытаются эту волю продолжить, продвинуть и под этот зонтик еще кого-то подвести. Конечно, бывает. Я помню, когда я был еще подростком, и случилось так, что я как-то по-особенному стал относиться к своей однокласснице. И настолько я часто о ней думал, а она вообще в мою сторону не смотрела. Ну, вот так случилось, такая любовь была только с моей стороны. С ее вообще ничего абсолютно не было. Она как будто и не замечала меня. И вот, будучи ребенком, я молился Богу и просил его, чтобы и ей он дал такие же чувства, как у меня. И у меня был аргумент железобетонный: «Господи, это же ты даешь любовь. Ну, ты же не можешь мне ее дать, а ей нет. Ты обязан, ты должен». И вот я ожидал, что Господь обязан просто сделать вот такое чудо. Ну, хорошо, что чудо не сделал. Пожалуй, да, конечно. Да, потому что была еще не любовь, а только влюбленность. Подростковая влюбленность, да. Но у нас есть вопрос от наших зрителей. «Как-то наша молодежь собиралась репетировать программу на праздничное богослужение. Была весна, тепло. Вот мы отправились в городской парк, который находился неподалеку от молитвенного дома. Так вышло, что забыли гитару, которая очень была нужна. Естественно, вернуться в храм за гитарой никто не хотел. Я попросил одного парня, Сергея, он был меньше других задействован в программе, но и он отказался. Я призвал всех помолиться и в молитве так и произнес: благослови Сергея, чтобы он услышал голос твой и нашел в себе силы сбегать за гитарой. После слова «Аминь» Сергей побежал за гитарой. Вот так Бог тут же ответил. Или же то был запрещенный прием, по сути, запрещенная манипуляция молитвой». Думаю, да, так молиться не стоит, и Богу свой сценарий так высоко поднимать. Но он же лучше знает, что и как. Но мне интересно, вообще в том парке им потом пригодилась гитара? Или Господь своей волей повернул обстоятельства по-другому и еще лучше? Потому что нам иногда кажется, вот это самый лучший исход, самый лучший будет вариант, а Господь улыбается: а мой-то вариант еще лучше, но это для него закрыто. Виктор Иванович, я предлагаю вам и нашим зрителям, дорогие друзья, давайте мы сейчас обратим наше внимание на Священное Писание, Исаия, 1 глава, и после вернемся к нам в студию.
слушай небо, и ты, земля, внимай тому, что говорит Господь. Я взрастил сыновей и возвысил их, а они восстали против меня. Вот вол, он знает, кто хозяин его, и осел помнит ясли свои, из которых кормится. А Израиль меня не знает, и об этом народ мой не задумывается. Увы, народ грешный, люди, погрязшие в преступлениях, племя злодеев, потомство растленное. Господа они оставили, отвергли святого Бога Израилева, спиной повернулись к нему. Разве мало вы биты были, что продолжаете противиться мне? У каждого из вас голова разбита в кровь, и все тело изранено. С головы до ног не осталось на вас места живого. Сплошь синяки, рубцы, да раны открытые, непромытые, не смягченные маслом, не перевязанные. Разорены ваши земли, города огнем сожжены. Враги у вас на глазах обирают ваши поля, за собой оставляя пустыню. И осталась дочь Сиона одна, как шалаш в винограднике, как навес на огуречном поле, как город в осаде. Не сохрани нам, Господь, воинств, хотя бы остатка малого. Были бы мы обречены, как Содом, и уничтожены, как Гоморра. Услышьте же, правители, Содома наследники, слова Господне, и ты, народ, перенявший нравы Гоморры, внемли учению Бога нашего. «Зачем мне ваши бесчисленные жертвы?» — говорит Господь. «Довольно приносить для меня баранов во всесожжение и жир скота самого лучшего. Не желаю крови быков, баранов, козлов. Когда идете в храм, чтобы предстать предо мной, кто принуждает вас к этому? Не топчите понапрасну дворы мои. К чему лицемерные приношения ваши и воскурение фимиама? Омерзительны они мне. Все собрания ваши в новолуние ли, по субботам, и вовсе нестерпимы. Ликование погрязших в грехе. Праздники ваши в начале месяца и другие торжества мне глубоко ненавистны. Несносным бременем стали они для меня. И теперь, когда простираете руки ко мне, я закрываю глаза. И когда молитвы свои множите, не слышу их, ибо руки ваши крови. Идите же, омойтесь и очиститесь, оставьте злодеяния свои, чтобы мне не видеть их, прекратите творить зло. Научитесь творить добро, ищите справедливости, спасайте угнетенных, вступайтесь за сирот. На суде защищайте вдов. Виктор Иванович, вот в этом отрывке ответ на один из самых важных вопросов сегодняшней темы. Бог говорит о том, что
им в том числе и молитвами манипулировать ни в коем случае нельзя. За благочестивыми устами должно быть что-то более важное. Так что же на самом-то деле должно быть вот за благочестивыми устами? Ну, здесь так и написано в 17 тексте. «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Господь говорит, научитесь делать добро. Здесь два вопроса. Первый – у кого? Кто этому может нас сегодня научить? Конечно, вот это и есть незаменимая роль Священного Писания. Это древнейшая книга. Она учит, как реально творить добро, причем с правильной мотивацией. Ведь можно совершить внешне доброе дело с гнилым мотивом, с таким расчетом эгоистичным. Поэтому здесь первый важный вопрос – научитесь делать добро. У кого? Ну и второй – уже как, каким образом. Поэтому Иисус, хотя и жизнь Его на земле была крайне короткой, за 3,5 года от крещения в Иордане и до распятия, затем воскресения и вознесения, за 3,5 года он успел совершить и сказать намного больше, чем те, которые наслаждались долголетием. Никто не оказал такого влияния на мировую культуру, на ход мировой истории, вот, как Иисус. Поэтому у него мы можем научиться, как делать добро и как молиться, чтобы не манипулировать никем и Богу не выставлять ультиматумы, а давать больше места Богу в своей жизни. Вот как раз это Христос продемонстрировал. Вот какие примеры манипуляции Богом вы могли бы привести? Вот коротко, несколько вариантов. Поссорились две соседки, одна из них христианка, и она молится о неверующей подруге. «Господи, вразуми ее, докажи ей, что она здесь не права». А на самом деле она в этом конфликте более виновата, чем ее неверующая соседка. Но она это еще не осознает. Когда осознает, покается, и молитва ее поменяется. Ну, так было в библейские времена. И, наверное, наше современное время не исключение. Почему иногда нам кажется, что вот таким вот благочестием мы сможем влиять на Бога? Ну, человек, который позволил, чтобы дьявол его обманул, он, как правило, держится искаженных представлений о Боге. А неправильное восприятие Бога, оно влияет и формирует жизнь верующего человека. Значит, раз в голове, в мыслях неправильный Бог, значит, в жизни будут неправильные поступки. Все очень тесно взаимосвязано. Многим верующим хочется иметь такого домашнего Бога, карманного Бога, вот, который только удовлетворяет все мои запросы, все мои нужды. Ну, это вот такое мелочность, потребительство. Ну, это, в общем, не отношение с Богом. Это какая-то игра под названием религия. Вот определили мы, какой молитва не должна быть. На ваш взгляд, минуя манипуляцию, какой должна быть настоящая христианская молитва? Я думаю, прежде всего, это честность. Угу. Если я запланировал войти в молитвенное общение с Богом, обязательно себе напомнить, кто мой Бог, а кто перед Ним я. Это меня и успокаивает, что Он Отец, Он все знает. Ему не надо сильно долго объяснять. Господи, Ты видишь, Господи, Ты знаешь, вот это вот так было, все эти мелочи. Вот. Нет, не надо. Второе – это честность. Если я верю, что Бог мой всевидящий, какой смысл что-то утаивать, что-то сглаживать, что-то приукрашивать? Нет никакого смысла. Поэтому открытость, честность,
детское доверие и уверенность в том, что Бог готов сделать несравненно больше и лучше, чем я смог оценить и попросить. Он же Отец, заботливый и при этом всемогущий. Да, порой, чтобы быть вот таким честным перед Господом, нам очень сложно Ему доверять. Доверять, как своему родителю ребенок доверяет. Дай Господь, чтобы так оно действительно было у каждого из нас. Виктор Иванович, ну и в заключение, ваше любимое обетование о искренности в молитве или о искренней молитве? Я нашел... О Божьей искренности, может быть. Я нашел в Псалтере очень интересный отрывочек. Это 17-й псалом с 26-го текста по 29-й. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Но я встречал людей, которые по-своему читают это выражение. У них получается, Бог с чистым поступает чисто, а с лукавым – лукаво. Они так быстро это читают. Так же, как и люди поступают. Нельзя так читать. У Бога нет лукавства. Он свободен от этого. Поэтому с чистым Он поступает чисто, а с лукавым – по лукавству Его. То есть наш Бог очень культурный, деликатный, и он просто оставляет человека лукавого, вот, чтобы посеять это лукавство, пожать, и может из-за этого немного поумнеть. Ну, дай Бог, чтобы мы действительно, понимая, приходили к каким-то конкретным определенным выводам. Спасибо, Виктор Иванович. Мы просим, чтобы вы совершили молитву, чтобы Господь научил нас вот таким чистым, искренним взаимоотношениям с Ним. Благодарим Тебя, Господь, что однажды Ты взял дитя и сказал ученикам, взрослым людям, что если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Помоги нам, Господи, быть всегда искренними, особенно в молитве, быть искренними, простыми, быть как дети, доверяющие Твоему Слову, доверяющие Твоей безусловной любви, доброжелательности, долготерпению. Помоги, чтобы в молитве у нас не было напряжения, а была свобода в Духе Святом, чтобы мы не спешили что-то Тебе сказать, что-то попросить, а чтобы мы могли восхищаться, радоваться этой возможности, что связь с Тобою реальна, доступна во всяком месте, во всякое время, потому что Ты, Отец, ожидаешь молитву каждого из Своих творений. Благослови нас, Господи, чаще молиться и в молитве быть как дети, радостные, благодарные, открытые и даже в чистоте своей наивные. Веди нас, Господи, путем веры. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом и благодарим за все. Аминь. Аминь. Спасибо, Виктор Иванович. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Бог всегда честен с каждым из нас. Будем честны в молитве с Ним. До новых встреч в программе «Азбука молитвы».